Уважаемые друзья, я приветствую вас сегодня с ярмарки, которая состоится где-то в Краснодарском крае, можно сказать. Но на самом деле мы сегодня приехали в город Кропоткин. Город Кропоткин относится к Краснодарскому краю Российской Федерации. Сегодня здесь состоится ярмарка декоративных и певчих птиц. Пройдемте, посмотрим ассортимент, узнаем цены по возможности. Так что приятного всем просмотра, всем привет. Кто работает, ребятам хорошей работы. Ну, поехали смотреть. Тут я остановился на канарейках, интересные окрасы. Все на газетках. У всех водичка есть, все культурно сделано. Но хозяин не на месте. Ну, по-моему, вот кто-то из подписчиков меня как раз вот этого заводчика и ожидали номер телефона узнать. Сдается мне. Ну ладно, попозже подойду, посмотрю, может хозяин будет, узнаю номер телефона. Вот такие у него птички. Ну, какую цену такие котята? Бесплатно раздаете? Ага. Только в добрые руки. Вот у кого есть в наличии добрые руки, можете прийти получить котенка. Можно два. А вам бы в тенечек, перейти, тут жарко. Цицарка. Пожалуйста, цицарки. Курочки, перепелки. Декоративные петушки. Уже всем жарко. У нас сегодня уже 10:30, и, в принципе, жара уже сильная. Вот перед нами немного кокариков. Что и кокариков, извиняюсь. Карелы, волнистые попугаи. А здесь зебровые мадины. Пожалуйста, есть ассортимент. Есть семечко сегодня на развес, по баночке продается. Здравствуйте! А в какую цену у вас волнистые? Мне вот просили для разведения, для разговора. Вот самый, я вижу, красивый у вас, да? Чего вы молчите? Задумчивый? Друзья, вот такая волна по 500-550. Мальчики 550, девочки 500. Сегодня большой выбор комнатных, декоративных растений, цветов, чеснок тоже есть. Вот с белой глины сегодня заводчик присутствует по приглашению. У него тут что есть? Неразлучники и карелы. Молодежь. Почем ваши неразлучники? 800 рублей. А карелы в какую цену? 2000, да? Все, спасибо. Сейчас крупным планом. Вот такие карелы, видите, они спокойные. Выбираем мальчика, выбираем девочку. То есть для приручения, для разговора у карел подходят как самцы, так и самочки. Умеют разговаривать. Вот такие птички. Идем дальше. Здесь тоже карел много, голуби. Волнушка красивая. Канарейки, ожерелик. Все есть. Сегодня хороший ассортимент канарейка овсяночного напева. Вот, пожалуйста, есть самочки именно. Хозяин сказал, что самки весенние. Поилочка тут оборудована, кормушечка. Вот, пожалуйста, желтые, белые. Вот, кстати, редкость у нас, редкость белые самки. Есть вот одна. Все. Так, здесь у нас, значит, смотрите, клеточки разные есть, ручной работы. Можете заказать под свой размер. Разные, в общем, клетки можно сделать. Также есть, кто любит ловить дикую птицу певчую, вот есть такие вот маленькие заподочки подвесные. Есть большие, сейчас покажу.
Он когда уезжал, наверное, так ты мне... Есть двойные западки, хлопки, кто как называет. Сюда мы садим манную птицу. Вот так открываем, манную птицу садим. Корм насыпаем, поилочку вставляем и с двух сторон хлопаем птичку. Но только хлопаем в разрешенное время года. Так, по западочкам понятно. Если кому-то вопросы остались, спрашивайте. Еще хочу сегодня обратить внимание, есть такие вот скворечники для карел, для розел, для ожерелых попугаев, для неразлучников. Человек занимается, делает. Так, по клеткам. Есть металлические клетки с поддонами. Все, пожалуйста, приезжайте, выбирайте. Есть клеточки вот в таком цвете. Это под дуб, под орех. Обращайтесь, вот по номеру телефона можете сделать заказ, позвонить, я вам все подробно расскажу. Идем дальше. А в какую цену у вас морские свинки? 500 рублей. Морские свинки 500 рублей. Идем дальше. А почем ваша собачка? Мальчик 7, девочка 6. Мальчик 6, девочка 7. Все, спасибо. Неразлучники, золотистоголовые хозяин говорит. Здесь кокарики, уже от жары, конечно, им жарко, но еще вот там один из зебровые, белые, кофе. Здесь розелы пенантовые, барабанты, монахи, бернарды, то есть вот такие птицы есть. Это вот певчие разные окрасы. Хороший ассортимент корма. Но с канареечным семенем нынче что-то дефицит и здесь у нас. Очень мало. Вот еще зерно. Тут семечки, проса, овес, рапс. Пшеница. А, нут еще есть. Вот, кому интересно, пожалуйста, приезжайте. Смотрите, друзья, есть молодежь монахов. Очень хорошая птица и редкая. Затем ожерелые, белые, голубенькие, желтенькие. Ну и, конечно, всеми любимая классика, зеленый ожерелый попугай. Вот такие красавцы. Все, бежим дальше. Белые птицы есть, куры черные, доминанты. Сейчас самый сезон покупать, пару месяцев занесутся. Для любителей голубей немножко позволю себе снять голубей. Вот, друзья, такие вот голуби есть. Здесь у нас канарейки. Это самочки у вас, да? Самцы. Видите, какие дружные. Сидят смирно. Здесь красивые волнистые есть. Почем такие волнистые? 1000 рублей такой волнистый стоит. А здесь зеленая канарейка. Где-то, куда-то. Вот она. А такие волнистые в какую цену? 700 рублей. Молодежь, видите, все с черным клювиком, как малыши-малыши. Идем дальше. Друзья, есть карелы. Канарейки. Желтые неразлучники. В ассортименте. Здесь у нас красные канарейки, да? Все разные. Видите, квиз приходится затенять, потому что жара очень сильная. Вот, друзья, на этом ярмарка подходит к концу, мой обзор небольшой. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить дальнейшие ярмарки. В сентябре, октябре вот эти все осенние ярмарки будут гораздо насыщенней. Будет еще больше птицы, больше людей. Сейчас
конец лета, кто-то отпуск не успел догулять, кто-то наоборот побежал. То есть не все смогли приехать, да и из-за жары сильной тоже трудности доставляет. Так что, друзья, до скорой встречи, подписываемся на канал, всего всем хорошего, позитивного и главное, никогда не унывать, все будет хорошо, друзья.